Добрый вечер, уважаемые друзья, вечер, коллеги, партнеры. Просьба поставить в чате нашего вебинара сегодняшнего плюсики, если меня хорошо слышно. Да, если, скажем так, видно на экране то, что отображается в нашей комнате. Вот. Сегодня понедельник, 17 часов по Москве. Это время проведения, скажем так, информационной встречи, презентации компании Skyway Capital. Вот. Каждый понедельник мы проводим такие мероприятия. У нас еще, вы знаете, есть череда мероприятий, которые проходят в вебинарной комнате по средам, четвергам, которые проводят Алексей Суходоев и Владимир Маслов. И также, если вы заглянете на страницу расписания в раздел «События» личного кабинета, вы там увидите большое количество вебинаров на целом ряде европейских языков. Опять же, к чему я это говорю? Потому что действительно у нас международный бизнес, у нас огромная армия инвесторов фактически со всего мира. Ну и на целом ряде ведущих языков у нас проходят мероприятия. В основном они смещены от Москвы где-то на час, на два. Но у нас есть мероприятия и на французском, и на словацком, и на венгерском, и на хорватском, еще на целом ряде языков, на немецком. Вот. Поэтому следите за расписанием. Наверняка у большинства из вас есть какое-то количество людей, проживающих в разных странах Европы и мира. Да, и, соответственно, эти люди могут, подключившись к нашему проекту, приглашать на мероприятия, на которых рассказывается на их родном языке о компании Skyway, о проекте струнных технологий, о проекте струнного транспорта. Таким образом, вы можете увеличить численность своей команды, которая может находиться в разных уголках земного шара, что, конечно же, скажется на позитивно на развитии вашего бизнеса, если вы таковым занимаетесь. Итак, коллеги, мы с вами говорим о струнном транспорте Юницком, мы с вами говорим об инновационной транспортной технологии, которую проект группы компании Skyway выводит на мировой транспортный рынок. Об этом мы с вами говорим уже на протяжении фактически 5 лет, начиная с января-февраля 2014 года. Первые вебинары, если не ошибаюсь, начались в феврале 2014 года. Сам я в проекте нахожусь с июля 2014 года. Это, по сути дела, с московской конференции второй, которая проходила в гостинице «Космос». Вот, и с тех пор, скажем так, поработав 2-3 месяца в отделе информационной поддержки группы компании Skyway, я стал ведущим вебинаров, мероприятий, живых мероприятий, которые проводились в разных уголках, ну, по крайней мере, Российской Федерации, да, хотя были случаи Казахстана. То есть, в целом, если посмотреть на развитие именно проекта, который связан с платформой краудфандинга, на которой в конце 2013 года, в начале 2014 года, абсолютно любому человеку, неважно, где он проживает, было предложено стать владельцем технологии, приобретая количество долей в том размере, в котором каждый человек посчитает для себя возможным и необходимым. Да, потому что, как мы всегда говорили, у нас достаточно демократичный проект, которым любой человек может стать совладельцем технологии на те деньги, которые у него имеются. Потому что у нас есть пакеты, скажем так, совсем небольшие, да, которые стоят меньше 1000 рублей Российской Федерации. Вот, у нас есть пакеты очень большие, по меркам многих, там стоимостью и тысячи, и 5 тысяч, и 150 тысяч долларов. Но, тем не менее, за время развития нашего проекта было огромное количество людей. На сегодняшний день более 400 тысяч зарегистрированных людей, да, и 200 с лишним стран, территорий, с которых люди становились партнерами нашего проекта, становились инвесторами в технологию Skyway. Суть простая: для того, чтобы реализовать инновационную транспортную технологию под названием струнной технологии Юницкого, струнный транспорт Юницкого, либо Skyway, да, небесной дороги, как это стало именоваться в 2013-2014 году, необходимо привлечь, на момент старта нашего проекта говорилось о сумме порядка 350 миллионов долларов. По мере развития проекта, скажем так, ноу-хау, который разрабатывались в наших научно-производственных предприятиях, которые находятся на территории Республики Беларусь, эта стоимость была снижена. Цель была простая, то есть привлечь финансирование для демонстрации возможности струнного транспорта в трех сегментах транспортного рынка. Это грузовой транспорт, это городской транспорт, это высокоскоростной транспорт. Да? По мере развития проекта каждый из этих сегментов транспортного рынка получил ответвление внутри себя, потому что мы сегодня имеем 9 видов подвижного состава. Да? Несколько из них уже сертифицированы. В первую очередь это касается пассажирского транспорта, городского транспорта. Вот. Мы сегодня имеем целую череду активов. Да, более 20, скажем так, объектов недвижимости. Да, это все, опять же, благодаря тому, что, начиная с 2014 года, с января, появились люди, которые оказались не безразличны к тому, как развивается жизнь на нашей планете, не безразличны к тому, что творится с экологией. Да, и как раз-таки технологии под названием Skyway, та технология генеральным конструктором, которой является Анатолий Дарчевницкий, призвана сегодня решить
Ну, скажем так, основные проблемы как в транспортной отрасли на сегодняшний день. Это экологические проблемы, это, кстати, проблемы мобильности. Хоть мы имеем высокоскоростные железные дороги, мы имеем самолеты, мы имеем, скажем так, гоночные автомобили и так далее, но мы имеем огромное количество проблем, которые связаны с тем, что зачастую транспорт в наших городах перемещается со скоростью ниже, чем скорость пешехода. Я думаю, жители больших городов поймут, о чем я говорю. Да? Это те же самые пробки. Мы имеем очередь там при регистрации на какой-либо рейс, мы добираемся вроде бы на расстояние там 700 тысяч километров, когда самолет летит час 20, час 40 максимум, да, эта дорога у нас занимает в целом там 6, 7, 8 часов порой. Вот транспорт под названием Skyway призван решить эти проблемы. Вот. Высочайший уровень безопасности по сравнению со всеми транспортными системами, которые мы имеем на сегодняшний день. В первую очередь потому, что данный транспорт, как на нашем снимке, точнее слайде вы сейчас видите, он поднят над землей. Здесь нет перекрестков, здесь нет светофоров. Здесь есть очень надежные транспортные средства. Здесь есть, скажем так, минимальное сопротивление передвижению транспортных средств, потому что убран эффект экрана, на который на высоких скоростях расходуется более 80%, скажем так, расходуемого топлива, да, и энергии. Здесь нет сопротивления практически качению стального колеса по стальному рельсу. Идеально ровная путевая структура, поднятая над землей. И скорости, о которых мы говорим в сегментах транспортного рынка, это городской транспорт до 150 км по мере необходимости. Да? Это может быть реализовано в черте города, в пригородном направлении. 500 и более километров в час – это междугородний международный Skyway. И 120-150 километров в час – это перевозка грузового транспорта. Причем грузовой сегмент, вы знаете, очень обширен. И предложение, которое делает группа компаний Skyway, оно касается как перевозки сыпучих грузов, так, возможно, перевозка, скажем так, жидкостей, перевозка контейнеров, да, вы знаете, что сейчас активно разрабатывается направление Unicont. Это транспортное средство, которое будет позволять перевозить контейнеры весом там до 35 тонн. То есть это то, что сегодня активно используется в мире. Это загрузка портов, то есть это, скажем так, очень перспективное направление, о котором, кстати, в момент старта проекта никто, в принципе, не задумывался, скажем так, да, просто речь шла о сегментах, трех сегментах транспортного рынка: городской, высокоскоростной, междугородний, международный, грузовой. А дальше уже, скажем так, по мере развития технологий, по мере тех успехов, с которым развивается наш сегодняшний проект, да, уже речь заходила о конкретных направлениях внутри каждого сегмента: грузового, городского и междугороднего, международного. Что хотелось бы еще сказать? То есть проект развивается фактически 5 лет, да, и в момент старта проекта был разработан план, как говорит Анатолий Эдуардович Юницкий, генеральный конструктор, так называемый вектор развития группы компаний Skyway, который подразумевал определенное, скажем так, проведение работ на каждом этапе. На каждом этапе люди, заходящие в проекты и делающие инвестиции, имели свой дисконт. И, как вы понимаете, момент старта, когда нечего было продемонстрировать, кроме документов, кроме, скажем так, генерального конструктора, который говорил, что он знает, как железе воплотить данную технологию, как это продемонстрировать, да, был самый высокий дисконт. То есть это январь-февраль 2014 года. По мере продвижения, скажем так, реализации тех работ, которые необходимо реализовывать на каждом этапе, их достаточно много, да, сегодня мы вот уже проектируем различные, скажем так, ведутся переговоры о реализации технологий в разных уголках земного шара. Создается проектная документация, да, то есть отрабатывается возможность строительства дорог в разных регионах, скажем так, и на это тоже нужны средства, на это, скажем так, расходуется энергия людей. Вот. Что хотелось бы еще отметить, май месяц 2014 года единственным сотрудником нашего научно-производственного предприятия в Республике Беларусь был генеральный конструктор Анатолий Эдуардович Юницкий. Сегодня более 800 специалистов, как было сказано в последнем видео, которое мы видели, да, которое было из Шаржи, работают над реализацией технологии под названием Skyway. То есть это большой-большой коллектив, который получает, как мы говорим, приличную зарплату. Опять же, сделаю маленький или большой акцент на том, что данный проект развивается посредством краудфандинга, и, по сути дела, все, что сделано на сегодняшний день, это на деньги тех людей, которые стали владельцами долей Skyway, и потенциально, по мере развития проекта, по мере получения прибыли, каждый владелец долей проекта Skyway будет получать так называемые дивиденды, когда компания будет иметь прибыль. 20% минимум 20% от прибыли, полученной при реализации адресных проектов, при получении прибыли компании группы, точнее при получении
прибыли группы компании Skyway, сумма, которая будет распределяться между теми людьми, которые стали совладельцами долей на начальном этапе реализации технологий. Проделан огромный объем работы. Действительно, да, то есть мы на сегодня, по сути дела, построили демонстрационный сертификационный центр в Республике Беларусь, на территории которого находятся 5 видов трасс, на которых проходит обкатку, испытываются транспортные средства Skyway. Да. Старт строительства данной площадки был дан в июле 2015 года, после того, как мы получили землю 36 гектар, почти 36 гектар в 60 километрах от города Минска в Республике Беларусь. За это время большое количество международных делегаций посетило территорию экотехнопарка, сегодня это называется так. На территории экотехнопарка они увидели, что из себя представляет транспорт Skyway. Достаточно большое количество из них получило возможность прокатиться внутри транспортных средств, да, чтобы получить полное представление о том, что из себя представляет транспорт Skyway. И за это время проведено огромное количество мероприятий, крупных международных форумов, на котором, скажем так, демонстрируются достижения в транспортной отрасли. Порядка двух десятков, где представители нашей компании демонстрировали, что представляет из себя технология. Ну и, скажем так, знакомили специалистов мира транспорта, финансов, представителей различного уровня администрации из разных регионов мира с тем, как можно улучшить ситуацию в транспорте в черте городов, за пределами городов, да, и что из себя, скажем так, какую возможность дает технология Skyway для развития регионов, для улучшения экологии в тех регионах, где она будет использоваться. Ну, наверное, для взрыва, скажем так, уровня жизни, для улучшения качества уровня жизни в тех регионах, где будет использоваться технология, потому что там будут организованы высококвалифицированные рабочие места. Преимущество технологии огромное количество, и то, что она автоматизирована, да, то есть управление транспортным средством убирает человеческий фактор, который зачастую является причиной аварии как на автомобильном транспорте, авиационном, вот мы видели, да, убеждались в последнее время несколько раз, железнодорожном и так далее, так далее, так далее. Транспорт полностью автоматический. Разрабатывается серьезная программа управления и безопасности транспортными средствами, то есть машинное зрение и так далее, так далее. Но вы знаете, опять же, мы много рассказывали о том, что из себя представляет технология. Да, мы показывали ролик о технологии Skyway, но, наверное, события последних вот двух недель, они связаны с развитием проекта уже непосредственно на территории Объединенных Арабских Эмиратов. То есть Беларусь у нас, скажем так, является на сегодняшний день местом, в котором данная технология, с которой она, точнее, начинает шагать по миру, там у нас находится основной конструкторские кадры, инженерные кадры, там мы демонстрируем, чего технология достигла на сегодняшний день. И единственной, скажем, сложностью, которая у нас возникла на территории Республики Беларусь, мы так и не получили участок протяженностью порядка 25 километров, что в дальнейшем можно было проектировать, строить и демонстрировать возможности высокоскоростного Skyway. И, ну, как-то бывает, да, улыбнулся случай, хотя случай, наверное, это назвать нельзя, потому что Анатолий Эдуардович Юницкий с представителями Объединенных Арабских Эмиратов работают уже, скажем так, не один год и даже, наверное, не один десяток лет, потому что первые попытки переговоров были еще до того момента, как стартовал наш проект, это начало 2000-х годов. Потом непосредственно уже при развитии нашего проекта 2015 год ознаменовался весна переговорами с представителями Эмиратов Абу-Даби, да, ну а вот совсем недавно, ну как недавно, год назад, состоялось мероприятие под названием Future City Show, которое прошло в Дубае, да, и с того момента ведется серьезная работа по реализации нашей технологии на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом мы тоже говорили, подводили итоги развития в Эмиратах, да, то есть там по месяцам делали итоги. Но что хотелось бы сказать, то что вот буквально в начале мая месяца состоялось мероприятие, в котором проходили обучение лидеры развития бизнеса компании Skyway Capital. И большинство, точнее те из них, кто приехал на обучение в Дубае, у них появилась возможность посетить строительство участок, на котором возводится сегодня инновационный центр Skyway в Шардже, да, который является частью научно-технологического парка, который строится в Шардже. И как об этом рассказывал Анатолий Эдуардович Юницкий, то есть несколько раз мы это слышали, и вот буквально в недавнем, по сути дела, интервью, которое записано было на видео в мае месяце, да, и смонтировано
представителями, скажем так, которые занимаются созданием видеороликов, именно компания Skyway Capital. Я думаю, многие из вас, кто следил за этой информацией, видели разрозненные ролики наших партнеров. Кто-то из них удалил там и фотографии и прочее по просьбе, скажем, руководства компании, да. Но вот служба создания видеоматериалов группы компании, точнее компании Skyway Capital создала ролик, ссылку на который я сейчас вам сбросил. Вот, кстати, хотел задать вам вопрос. Есть ли сейчас в комнате те, кто этого ролика не видел? Вот просто поставьте плюсики, чтобы понимать, да, нова эта информация или нет, потому что, в принципе, ролик появился совсем недавно, точнее, на эти вот выходные последние. Если есть кто, информация, возможно, где-то перекликается с теми видео, которые были выложены нашими партнерами, но здесь, скажем так, смонтированный именно ролик порядка 15 минут презентации, потом уже, наконец, что находится на территории инновационного центра на данный момент. И действительно очень важно то, что в своем выступлении, которое записано вот в этом ролике, те, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Наверное, по полочкам Анатолий Эдуардович Юницкий, да, разложил все, ну, те вопросы, которые мы слышим, наверное, последние, может быть, месяцев 6-7, так это точно. Да, мы имеем пока небольшой участок именно в инновационный центр в Шарджа, да, то есть его площадь составляет 28 гектар, у нас в Республике Беларусь немножко больше, то есть там порядка на 7 с лишним гектар в Беларуси у нас площадь больше. Анатолий Эдуардович Юницкий в этом видео рассказал историю, да, историю о том, что как был получен данный участок местности, да, что лично шейх Шарджи сказал, скажем так, распорядился встроить строительство, скажем, уже спроектированного научно-технологического центра, который строится в Шарже, это Американский университет Объединенных Арабских Эмиратов, да, и два распоряжения, чтобы, скажем так, перекроили, да, тот план, который был задуман при строительстве научно-технологического парка Шарджа, да, и в итоге место было выделено под технологию Skyway, и трасса эта, точнее этот инновационный центр, который строится в Шарже, сейчас он расположен вдоль дороги. Вот. И как было сказано Анатолием Эдуардовичем Юницким, в планах строительство на территории инновационного центра 4 трасс. Первая трасса будет, ну, наверное, самая небольшая, да, то есть цель этой трассы – это гибкая путевая структура, две промежуточные опоры, две анкерные опоры и участок местности 400, точнее, протяженность трассы 400 метров, провисающая часть между двумя опорами будет составлять 200 метров и по 100, скажем так, подниматься и опускаться. Вот цель на данной трассе показать, опять-таки, уже представителям Аравийского полуострова, не только Объединенных Арабских Эмиратов, что мы можем строить в тропическом климате, мы можем строить в пустыне, и что транспортное средство по технологии Skyway может перемещаться по его путевой структуре в ужасную жару, да, с условием высокой влажности, содержанием высокого, скажем так, содержания соли в воздухе и так далее, и так далее, и так далее. Важно на этом мероприятии, которое на этой презентации, я сейчас кратко, скажем, рассказываю суть того, что говорил Анатолий Эдуардович Юницкий, да, то, что 29 мая планируется открытие нулевого километра. Вот те из вас, кто давно, наверное, в нашем бизнесе, помнят, как это происходило 17 октября 2015 года на территории экотехнопарка, недалеко от Марины Горки, когда была осуществлена высадка первых деревьев, да, для тех людей, которые приобрели все пакеты долей, включающие именное дерево на территории экотехнопарка. И 17 октября тогда состоялась закладка нулевого километра в Республике Беларусь, трассы Skyway. Полигон, точнее, экотехнопарк сейчас успешно построен. Как я сказал, там 5 трасс уже возведены, и шестая сейчас заканчивается, как раз-таки для испытаний еще и апробирования той техники, которая будет уходить в Объединенные Арабские Эмираты. Да? И там строится трасса, которая сможет выдерживать транспортные средства весом 25-35 тонн, до 50 тонн. Планы на строительство в Шарже, как говорил Анатолий Эдуардович Юницкий, таковы, что там мы будем разгонять транспортные средства до заявленных 150 км в час. Протяженность трасс будет 2,5 или 2,3 км. Да? То есть, соответственно, на данный уже, скажем так, на данном отрезке мы сможем продемонстрировать скорость транспортных средств 150 км в час. Хотя, как говорил Анатолий Эдуардович Юницкий, мы на своих предыдущих вебинарах говорили то, что Юнибайк, по крайней мере, был разогнан до скорости, по-моему, 102 или 103 км в час. И когда-то Михаил Кириченко даже демонстрировал, что
Коптер, с которого снимался Юнибайк сверху, да, не успевал за Юнибайком, который бежал по путевой структуре, легкой путевой структуре, которая у нас находится в Мариной Горке. Также Анатолий Эдуардович Юницкий, помимо того, что 4 трассы будут строиться, сказал, что будут испытываться транспортные средства, которые будут вмещать до 300 пассажиров, и тяжелые грузовые транспортные средства, и тот же самый Юниконт. Я уже говорил на своем вебинаре, что двигатели к Юниконту я лично видел своими глазами. Это было 3 недели назад, когда я был на территории производственного помещения в Республике Беларусь. Это у нас находится в Шабанах, это окраина города Минска. Анатолий Эдуардович Юницкий уделил немного времени тому, что сказал, что действительно в Шардже у нас будут для подготовки специалистов, да, создаваться свой собственный институт, где там будут обучаться люди, которые будут заниматься проектированием, строительством, обслуживанием в дальнейшем как непосредственно инновационного центра SkyWay в Шардже, так и уже, скажем так, использоваться знания и опыт этих специалистов будут при строительстве адресных проектов на территории Объединенных Арабских Эмиратов, на территории Аравийского полуострова, ну, на территории мира в целом. Анатолий Эдуардович Юницкий сказал, что в Эмирате Абу-Даби, он самый большой по площади, да, был выделен участок протяженностью, скажем так, до 60 км в час, где мы сможем заняться строительством, испытаниями и демонстрацией транспортных средств со скоростью, превышающей 500 км в час. Там говорилось и о гиперскоростях. Очень важный момент, на который обратил внимание Анатолий Эдуардович Юницкий. Вот все мы с вами переживаем, когда же мы будем строить адресный проект. И люди, которые были на этом мероприятии, задавали свои вопросы из разных уголков земного шара. Да, говорили, ну когда же вы там выдадите на гора адресные проекты? То есть, как сказал Анатолий Эдуардович Юницкий, наша стратегия приступить к созданию, точнее, скажем так, к работе по адресным проектам с целью их реализации и строительства даже до окончания инновационного центра в Шарджа. То есть мы не будем дожидаться, скажем так, окончания того, как мы построим, покажем там и проведем какую-то первую экскурсию, а уже в процессе, скажем так, строительства инновационного центра, строительства трасс в Шарже ведутся работы над тем, что будут реализованы адресные проекты. Анатолий Эдуардович Юницкий дал несколько технических характеристик тому, что будет происходить в Шарже, и сказал, что, например, опоры, которые будут стоять на трассе, даже вот этой короткой, 400 метров, будут выдерживать нагрузку весом до 5 танков. То есть там нагрузка, расчетная нагрузка 250 тонн. Задавалось множество вопросов, и в принципе, вот я думаю, вы сами, если не смотрели ролик, посмотрите и услышите, да, информацию о том, что говорит наш генеральный конструктор. Потому что много различных, скажем так, мнений, много различной информации касаемо того, когда будут адресные проекты, где они будут и так далее. Генеральный конструктор сказал, что самое, скажем так, близкое время ожидания, да, того, когда мы выдадим на гора первый адресный проект, это где-то 2021-2022 год. Он не сказал жестко, что, скажем так, раньше мы точно не сможем, но тем не менее, цифры оговорены, соответственно, тем людям, которые вам задают вопросы, касаемо, когда вы там построите и так далее, вы уже можете ссылаться на руководство, которое говорит, ребята, вот такого-то времени, 2021-2022 году, мы уже выдадим первый адресный проект. Но, кстати, первый адресный проект и получение прибыли, это не взаимосвязанные вещи, потому что прибыль может образовываться уже на момент, скажем так, создания той же технической документации, хотя это было сказано раньше, я просто вспоминаю, да, из разговоров руководства нашей компании, но тем не менее, то есть там это не говорит о том, что вот мы построим первый адресный проект и первые там какие-то деньги мы получим именно тогда же. Возможно, наверняка вариант, что это будет раньше. Задавали вопросы по поводу выхода на IPO, то есть в принципе, я думаю, большинство из вас, те, кто находится сегодня в комнате, понимают, что по большому счету IPO – это та процедура, которая связана с получением, ну, довольно большого финансирования с целью, скажем так, развития проекта под какую-то конкретную задачу и так далее. Вот есть, скажем так, нефтяные компании, там газовые компании, которые разрабатывают какие-то месторождения, понимают, да, компании, которые уже имеют прибыль, компании, устоявшиеся в мире. Вот. Но для того, чтобы, например, им разработать там месторождение с большими запасами той же нефти, им нужно разово там хорошая сумма денег. И вот под это, я знаю, там несколько компаний выходили на IPO для того, чтобы привлечь большую сумму для реализации проекта, получить прибыль и потом поделиться с теми людьми, которые финансировали проект. Как сказал Анатолий Эдуардович Юницкий, мы часто на вебинарах своих затрагивали эту тему, то что, в принципе, IPO действительно это не самоцель, потому что деньги для того, чтобы реализовывалась технология SkyWay, могут приходить уже конкретно от заказчиков. Да? Не обязательно, скажем так, выходить и начинать торговать нашими акциями на рынке для того, чтобы привлечь большую сумму, там, скажем так, большое финансирование.
То есть, сказал Анатолий Дарвич, я уже сказал, да, что к первым адресным проектам цель и задача стратегии приступить до момента окончания строительства инновационного центра в Шарже. То есть деньги будут даваться заказчиками, реализацию конкретного проекта, проекты будут просчитаны. Соответственно, там будет, скажем так, и стоимость работы, оплата, скажем, труда тех, кто будет работать на стройке и прочее, тех же конструкторов и так далее, там же будет заложена прибыль. Как Анатолий даже сказал, то есть выход на IPO действительно это не самоцель. Ну и важный момент, он отметил то, что вот люди ждут, что мы можем выйти действительно на IPO, там начнем продавать акции, они могут упасть в цене, как это часто бывает, да. Сейчас же он обратил внимание на то, что действительно по мере развития нашей технологии по тем же 15 этапам, вы знаете, у нас меняются дисконты. Первые дисконты были там и 3,5 тысячи, 10 тысяч, как он говорил, было несколько человек. Сейчас дисконт у нас составляет, я думаю, вы помните, от 15 там до 60, да, на сегодняшний день. Соответственно, придет то время, когда каждая отдельно взятая доля будет стоить, там будет коэффициенты 1 к 5, 1 к 1. Ну и как добавил в своем выступлении Анатолий Дарвич Юницкий, вот, вероятность того, что мы будем выходить на биржу, да, на котировку долей и так далее, тогда, когда стоимость доли будет приравниваться 1 к 1. Вот это очень важный момент, на который стоит обратить внимание. Важный почему? Потому что, по сути дела, как мы всегда говорим на наших мероприятиях, старайтесь ориентироваться на официальную информацию. Вот это видео, которое я вам скинул по ссылке, да, это видео, которое смонтировано уже представителями нашей компании, то есть это видео, которое можно демонстрировать людям, которые являются вашими партнерами, давать новым людям и так далее, и так далее. По сути дела, это официальный план развития группы компании Skyway, это ответы от первого лица, от человека, который занимается реализацией данной технологии, вы знаете, на протяжении уже более 40 лет. Вот. Еще очень важный момент, наверное, на который стоит обратить внимание, это то, что вы видели на прошлой неделе, была информация, ну, она не везде пока размещена, но тем не менее, то, что продолжается, активно продолжаются работы по возведению еще одного производственного здания, да, то есть там уже стены закончены, уже идет отделка. Вот. И как заявил Анатолий Дарович Юницкий в своем интервью, в ответе на вопросы, которые были в шарже, именно вот в этом помещении планируется, скажем, мелкосерийное производство уже той техники, которая будет реализована по нашим адресным проектам в инновационном центре в шарже и так далее. То есть, и это не последнее помещение, как сказал Анатолий Эдуардович, возможно, скажем так, расширение производственных площадей, потому что вы сами можете себе представить, опять же, если мы с вами подумаем немножко шире, да, я думаю, большинство из вас живут в обычной жизни в том плане, что вокруг вас есть стройка чего бы то ни было. Да? Где-то строятся автомагистрали, где-то строятся железные дороги, где-то строятся, скажем так, микрорайоны и так далее, и так далее. Я думаю, любой из вас понимает, да, что действительно инфраструктурный проект – это огромный объем работ, это и проектирование, это количество, скажем так, большое количество строителей, это задействовано огромное количество техники, да, и это… Ну, действительно, большое количество тех же земляных работ, в чем, кстати, наши технологии выигрывают по сравнению с любым другим направлением развития транспорта, да, как вы знаете. Вот. Поэтому нам необходимы и действительно производственные площади, и большее количество персонала, который будет выпускать наши транспортные средства. Вот. Потому что, если вы помните, до недавнего времени, да, в принципе, до последнего времени всегда говорилось «опытное производство Skyway». Помните это, да? Кто помнит, просто поставьте единичку в чате. То есть там не говорилось о том, что там просто производство, да, там куча производственных цехов и так далее, и так далее. Именно опытное производство Skyway. Вот. И сейчас, скажем так, это опытное производство, оно у нас в процессе развития проекта, в процессе строительства новых производственных площадей как раз-таки переходит там мелкосерийное, в дальнейшем в серийное производство транспортных средств для реализации технологий в разных уголках земного шара. И видео, как я вам говорил, короткое, которое показывает о том, что завершается строительство, уже было продемонстрировано на прошлой неделе. Вот. И это говорит о том, что проект, опять же, не стоит на месте, и проект развивается. Действительно, основная задача, о которой говорит и генеральный конструктор, и руководство группы компании Skyway и компании Skyway Capital, это финансирование. Да? Вот если мы с вами своей работой по той же партнерской программе, да, если мы не будем молчать, если мы будем давать информацию окружающим нас людям в разных уголках земного шара, неважно, в какой стране вы живете, да, есть вероятность того, что большее количество людей, ознакомившись с технологией, поняв, каких результатов сегодня мы достигли, станут совладельцами пакетов «Дали», соответственно, финансирование будет то,
улучшаться. У нас сейчас очень активно развивается рынок Юго-Восточной Азии, это Индонезия и Вьетнам. Вот. Кстати, не так давно, кто из вас помнит, что у нас был конкурс? Конкурс, по результатам которого любому, кто выполнил условия конкурса, было, точнее, будет предоставлена возможность при выполнении условий либо поехать в Италию, да, либо попасть в Испанию там, с посещением Корриды и так далее, и так далее. Так вот, итоги конкурса были подведены. Вы знаете, есть несколько десятков людей, которые выполнили эти условия, которые получат тот обещанный отдых, который стоит в условиях конкурса «Бизнес-удовольствие». Ну, сейчас конкурс уже отключен, почитать условия в данный момент уже невозможно. Важно понять следующее, то что есть люди, которые постоянно осуществляя систематически какие-то действия, да, приводящие к тому, что увеличивается количество партнеров группы компании Skyway, увеличивается количество партнеров в их структуре, увеличивается количество инвесторов Skyway Capital, что в свою очередь позволяет привлекать больше суммы денег на реализацию нашего транспорта, да, и приближает тот момент, когда мы можем сказать, что финансирование технологий на начальном этапе закончено, да, то есть пакеты, предполагаемые к реализации по системе краудфандинга, тоже предоставляться больше не будут. И дальше уже идет технология, будет шагать по миру. А мы с вами, кто стал совладельцами данной технологии на раннем этапе, как и было обещано, в дальнейшем будем получать выгоду в виде дивидендов, в виде реализации тех долей, которые будут котироваться на различных площадках. Что еще хотелось бы обратить внимание, на что точнее хотелось обратить внимание, это то, что опять же, в своем интервью Анатолий Эдуардович Юницкий упомянул информацию о развитии блокчейн-платформы. Он говорит, я не буду называть дату, блокчейн-платформа готовится, мы планируем реализовывать токены Skyway, опять же, привлекая дополнительные денежные средства на реализацию технологий. Поэтому запуск блокчейн-платформы, как было сказано, не за горами. Вот таким вот образом. По большому счету, если так вот в двух словах, да, ну, опять же, в двух словах получилось практически на полчаса, это та информация, которая, ну, не то чтобы нова, да, это та информация, которая, вот, наверное, греет душу огромного количества людей, являющихся партнерами компании Skyway Capital, которые радеют душой за то, чтобы данная технология скорее входила в жизнь. И с точки зрения, скажем так, моральной и духовной, да, так как мы являемся участниками данного проекта, и это доставляет удовольствие, потому что мы не пропустили мимо данную возможность. Ну, конечно же, очень важно с точки зрения получения выгод, с точки именно финансовых, да, получения дохода и так далее, и так далее. Итак, коллеги, хотел бы от вас услышать вопросы, если таковые имеются на данный момент. Вот. Важно понимать, что действительно в Шарже сегодня активно идет строительство, невзирая на то, что, как говорил Анатолий Эдуардович Юницкий, что там месяц Рамадан, да, хотя там вряд ли работают арабы, в основном это делают люди приезжие, как большинство там индусов и так далее, и так далее. Как говорил Анатолий Эдуардович Юницкий, работы, которые даже сейчас проводятся на территории инновационного центра в Шарже, начинаются в 5 утра, потому что просто неимоверная жара. И те люди, которые были на мероприятии в Шарже, говорят, что, скажем так, в 9:20 где-то начался вот эта вот презентация и потом ответы на вопросы, а температура была чуть ли не за 50 градусов уже. То есть было очень жарко, но непривычно для нас с вами, да, скажем так, при такой температуре еще и активно пахать, как говорится. Итак, друзья, если есть какие-то вопросы, то прошу вас писать их в наших чатах в соцсетях, потому что трансляция идет и на YouTube, в Одноклассники, и в Facebook, и ВКонтакте, если не ошибаюсь. Вот, и трансляция идет в комнате Мирополис. Извиняюсь за небольшие трудности с трансляцией, то есть следующий понедельник, я думаю, все будет хорошо. Вячеслав спросил, сказал, что они идут. Как сказал Анатолий Дарчуницкий, посмотрите видео. Да? Он говорит, работы здесь начинаются в 5 утра. Это слова, которые сказал генеральный конструктор. Насчет дрона я вам не могу сказать, да, вы видели, видео не так давно было размещено касаемо, скажем так, бывшего вертолета К-26, на базе которого делается дрон, да. Нужен ли там будет дрон именно вот в инновационном центре, я пока сказать не могу, потому что, по всей видимости, подъездные пути там есть, соответственно,
Цель использования дрона, вы помните, да, из рассказа конструкторов, которые разрабатывали данное устройство, это его использование в труднодоступных местах. Возможно, гористая местность, заболоченная, в лесах и так далее. Информация по использованию дрона в Эмиратах, ну, пока ее нет, и, по всей видимости, просто нет надобности там поднимать в воздух данное транспортное средство. Ну, смотрите, опять же, я не могу вам четко сказать, работают ли люди во время Рамадана. Вот, это занимает, это, скажем так, время, которое, ну, достаточно длительное, да, по-моему, промежуток времени. Вот. И есть большое количество мусульманских стран, которые, скажем так, люди чтут ислам и так далее, и так далее. Но вот я знаю, что большое количество мусульман, которые работают на территории Российской Федерации, например, да, Рамадан и так далее, но они трудятся, они ходят на работу, они занимаются, скажем так, решением каких-то вопросов рабочих. Вот. Поэтому, как я вам сказал, настройки в Объединенных Арабских Эмиратах не работают. Я не могу это утверждать на 100%, да, но вот как бы по слухам, по той информации, которая долетала к нам, вот, там работают, ну, те же индусы, например, да. Вот у них своя религия. Поэтому это ничего, ничто им не мешает заниматься решением целого ряда технических вопросов на территории инновационного центра. Да, 4 июня, вот пишет, спасибо, Вячеслав, закончится Рамадан. Ну, я так думаю, что люди не могут бездельничать целыми. То есть не может стройка вот просто встать и все. Я знаю, что, например, из Беларуси отправляется большое количество различных материалов, да, там ящики какие-то, фуры везут необходимые инструменты, инструментарий, там еще что-то на территорию Объединенных Арабских Эмиратов, поэтому работы все равно в технопарке в Шарже, они ведутся по-любому. Приезжают какие-то комплектующие, еще чего-то, то есть там работа ни на день не останавливается. Какие еще есть вопросы, коллеги? Спасибо вам, Наталья, за вашу благодарность. Да? Но что еще хочу сказать, вот пока и мы не знаем, да, по поводу вот, перемещения по этапам, потому что периодически люди задают вопрос, а когда будет там 13-й, третья часть, либо 14-й и прочее. То есть данной информации пока у нас нет, но как только она появится, поверьте, вы получите рассылку. Вы увидите новость в наших социальных сетях, вы увидите новость непосредственно на сайте, где будет заранее сказано о переходе там, на какой-то последующий этап развития технологии и так далее. Изменение дисконта. Вы знаете, да, что переход на какой-либо этап, он, как правило, влечет за собой снижение дисконта, снижение уровня доходности. Поэтому есть какое-то время еще потрудиться, если вы развиваете активно партнерскую структуру, и дать людям возможность приобрести пакеты долей с тем дисконтом, который есть на сегодняшний день. Итак, друзья, если вопросов больше нет, то мне осталось вас только поблагодарить за то, что были сегодня с нами. Вот. Материалы новые готовятся, то есть работа, скажем, и по развитию партнерской структуры тоже не останавливается. Планируется целая череда мероприятий, обучающих и конференций в разных уголках земного шара, то есть это будет и в Европе, это будет и в Азии. Ориентировочный список нам предоставлен. Как только это будет подтверждено, то есть информация об этом тоже появится в личном кабинете. Я знаю, что ближайшее крупное мероприятие, на котором будет даваться информация и по системе дубликации развития бизнеса, да, и как конференция будет проходить, это будет в Австрии. В Зальцбурге это будет в июне месяце. Предполагается Юрмала в дальнейшем, ну и дальше еще целый ряд городов и стран. Найти эту информацию, да, где, когда будут проходить какие мероприятия, вы можете в разделе либо события, точнее в разделе события, либо это расписание вебинаров и живых презентаций, либо в разделе международных конференций компании Skyway Capital, то есть если там выкладывается, если четко есть информация о том, где будет что проходить, создается страница. Если крупное мероприятие, оно международное и предполагается, скажем так, присутствие людей из разных страны, из фактически из всех языковых групп, которые у нас в личном кабинете, тогда выкладывается информация на всех 24 языках. Если это выборочно ориентировано на какие-либо, скажем так, отдельно взятые рынки, то информация
выкладывается там на нескольких языках, не на всех, но на ключевых языках выкладывается. Поэтому следите за информацией. Вот. И настоятельно, наверное, просьба пересмотреть вот это видео, которое я давал по ссылке. Вот. Потому что я говорил, что было много разных видео, с разных позиций снимали партнеры выступления Анатолия Эдуардовича и так далее. Здесь есть четко информация от генерального конструктора SkyWay, от главного человека, который придумал технологию. Информация, в которой он рассказывает, что и когда мы примерно ожидаем. У меня же на этом все. Хочу вас поблагодарить за внимание. Отличного продолжения мая, здоровья, любви и денег. Успехов вам во всем, во всех сферах вашей деятельности, жизни. До новых встреч на наших вебинарах. Спасибо большое.